بوكر تو شو نحكي بلاش نسوي مع الأخوات برخوت بركات بوري بريتس يلا تونش ندي بنت ورالي نشوف كل نفتر من يكلام مارو مرد خم بنت مار אז חתם יצאו לפרט עם ישראל, ושלום בארץ ובעולם. טוב, מי פשירה סקזה לי תק, שתו? פרוקטי, כתורי סמי פסיבי, כדני סבירי חרשי, נניח מלסמן עם בורי פרעץ. יש איך וריאת מורדני חושי תק תוז'ה, איך וריאת אי סבירי אי וריונמי, נניח אסטייאצה בלגסמן עם בורי פרעץ. נו יש לי, איך מורדני חושי תולכה וריונמי, אסיילי איך סבירי, תקדה, כגדה אני וריונמי בורי פרעץ, כגדה אני סבירי, בוד שהכל נהיה בדברו. Был вчера вопрос, а если сделали компот или сварили сахаром, говорит Аллаха так. Если фрукты сварили в воде и они стали хуже, чем если они были свежие, тогда благословение шехаколь. Но если сварили в сахаре и они стали еще лучше, чем они были, тогда благословение остается буре пригаец. Дальше говорит Аллаха. Как мы сказали, человек, который говорит благословение на буре пригаец, пусть имеет намерение, что я этим благословением покрываю все, что я буду есть за этот присед. Потом сказал бараха ахрона, благословение после еды, этим он вышел. И, как мы с вами говорили, очень важно, перед тем, как сказать благословение, человек должен знать, на что он благословляет и какое благословение он должен сказать. Но если все-таки он взял яблоко и думал, что на него нужно сказать буре пригаадама, и начал благословение Баруха Ташем Элокену Мелех Хаулам с намерением сказать Боре Прихадама, но потом вспомнил, закончил Боре Прихаец. Он начал с неправильным намерением, но закончил с правильными словами. Вышел или нет, считается или нет, Аллаха говорит так, то, что касается Боре Прихаец, он вышел. Потому что даже если я на Боре Прихаец благословил Боре Прихадама, я тоже вышел. С Боре Прихаадама мы будем с вами проходить, там другой вопрос, там нужно исправление. Но здесь человек, который начал с неправильным намерением сказать Боре Прихаадама, но закончил Боре Прихаец, повторять не должен, потому что даже если он и сказал Боре Прихаадама, он вышел, повторять не должен. Но как бы то ни было, у человека должна голова быть на месте. Перед началом благословения знать правильное благословение. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.